впереди. Вот там вот это не наша территория. Вот. Сейчас посмотрим с правой стороны. Вон они как забаррикадировались. Как настроение? Лучше всех. Красавцы. Боевой. Не устал? Нет, все нормально. А, красавцы. По центру будем двигаться. Все, наш отход. Выстал. Охватываем здание. С левой стороны. Посмотрим. Пока стоп. Стоп колеса. И как говорит наш старший, пельмени разлепить, дым в трубу. Фарш в корову. Сейчас мы, получается, захватили часть здания, а вторая часть, она через пролет. И поэтому, ну, как бы, сейчас не целесообразно, следующее захватим. Пока мы правый фланг не будем контролировать полностью. С РПГ будешь работать? Гранатомет, что ли? Где он, пацаны? Он, наверное, яму упал. Давай. Попал.
я бы здесь переместился пободрее. Товарищ пулеметчик, как настроение? Отлично. Вот у пулеметчика всегда. Ты знай и помни, дорогая, когда увидишь пулеметчика вдали, скажи студенту своему, чтоб снял он шляпу. Сама же встань и низко голову склони. Без движения, без команды, не двигаешься. Блин, виноват. Да не, нормально, в принципе, не очень тяжело, но как бы бронежилет, грязь, нормально. Ну, сейчас культура помогает. А я кавер, а я кадалмо. Полна, а я. Вываливаем стальную нашу месть на врага.